Если у вас есть душевное тепло и симпатия к ласковым животным, они ждут вас в магазине «Пальмира» на Советском проспекте, дом 1/28, почти на Первомайской площади. Здесь ждут своих новых друзей несколько милых котов и кошечек. Белая ангорская, глаза зеленые, уши розовеют после еды. Четверо деток мамы-кошки уже нашли заботливые семьи, а мама пока не пристроена. Два рыжих парня просто составляют дамам компанию и тоже ждут новых хозяев. Все животные приучены к лотку, контактны, не агрессивны. Имен нет, чтобы новые хозяева назвали своих пушистых друзей по душе. Если хотите завести кошку или кота, приходите напротив Гагарина, магазин «Пальмира» на Советском проспекте.